Незабываемый отдых в Рио. Месяц назад Сбербанк запустил очередную акцию. Проходит она в несколько этапов. Начальный уже завершился. Первый счастливчик выиграл смартфон. Теперь у него есть возможность побороться и за главный приз – поездку на открытие летней Олимпиады. Что нужно сделать, чтобы составить ему конкуренцию, узнаете прямо сейчас. Новый автомобиль Kia Rio Lux почти год ездит по дорогам Петропавловска. Его Сбербанк разыгрывал в июле 2015-го, а в декабре случилось новогоднее чудо. И еще один клиент стал победителем. Зима у Юлии Журавлевой была по-настоящему жаркой. Она выиграла путевку в экзотическую страну. Слетала с мужем во Вьетнам. Радовать клиентов в Сбербанке продолжают и в этом году. Сегодня мы подводим результаты первого этапа акции «Летим в Рио» вместе со Сбербанком, в рамках которого был разыгран первый ценный приз – новый телефон Samsung Galaxy S6. Дмитрий Галат – активный клиент Сбербанка. Совсем не ожидал, что при подведении итогов первого промежуточного этапа он получит такой приз. Услугами банка Дмитрий пользуется уже 3,5 года, говорит, качеством обслуживания доволен. Нравится, что здесь заботятся о клиентах и стараются удивить новшествами. Мобильные приложения, уникальный сервис. Управлять своими деньгами со Сбербанком намного проще. Где-то год назад, полтора, появилась функция Сбербанк онлайн. Также появилось приложение мобильное, через которое мне удобно совершать переводы денежных средств. Также по виза-карте я совершаю покупки, различные транзакции в посттерминалах. Очень удобно. А с новым смартфоном станет еще удобнее, отмечает Дмитрий. Кстати, на этом призы у Сбербанка не заканчиваются. Совсем скоро мы проведем промежуточные результаты второго этапа, в рамках которого будут разыграны еще 2 дополнительных ценных приза. Это новый планшет Apple и смарт-телевизор. Затем пройдет финальный розыгрыш. Победителя ждут 4 ярких дня в Рио-де-Жанейро. В краю карнавалов и веселья в этом году состоится открытие летней Олимпиады. Кстати, в увлекательное путешествие можно взять вторую половину. Путевка на двоих. Повезти может каждому. Для этого нужно просто открыть или пополнить счет в Сбербанке на сумму от 100 тысяч тенге. После вы в подарок получаете платежную карту Visa. Затем нужно провести транзакцию, и вы автоматически становитесь участником акции. Чем чаще пополнять вклады, тем больше вероятность выиграть главный приз. Около 500 клиентов уже решили испытать удачу. Присоединиться к ним можете и вы. Только следует поторопиться, говорят сотрудники банка. Розыгрыш состоится уже 15 июня. Александра Салмина, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.